Темна и загадочна ранняя история этих людей, которых сегодня называют древней ветвью русского народа. Семейские – это все-таки беглые люди. Они бежали в Польшу, стараясь скрыть свои корни. На чужой земле они возвели свою Московию и сделали ее центром старообрядчества. 40 тысяч, по некоторым данным, начало 18 века. Если мы будем говорить про Москву, это 100 тысяч населения. Во второй половине 18 века их вновь выгоняют из дома, в Сибирь. На что направлен был их взор, когда поднимались они вверх по Читинскому тракту к Камулевой горе? На раздолье степей и величие полноводной красавицы Селенги? Или на каменистую, неприветливую землю? Их называли упертыми закостенелыми фанатиками, а они создавали шедевры, гордость музеев мира. Посмотрите на их дома и дворы. Это же и невероятные вещи. Просто красота. В них видели закрытых консерваторов, а они, используя новейшие технологии, накормили Сибирь хлебом. Вот где конь мог заходить с сахой, туда и залазили, там пахали. Столетиями их словно бы старательно вычеркивали из нашей истории. А они удивительным образом продолжали жить в самом сердце заповедной, невидимой России, чтобы кормить ее, оберегать и красоваться ею. Отчий край, я буду любить тебя, даже когда сгорит мое солнце.